Всем огромный привет! Вы на моей кухне, и мы готовим очень вкусное блюдо из кабачков. Делается оно в духовке, просто и легко. Что нам для него понадобится? Сами кабачки, конечно же, любые любимые ваши приправы. У меня приправа курицы и черный молотый перец. Еще я возьму соевый соус. Также соль по вкусу. Понадобятся панировочные сухари и совсем немного муки. Это блюдо готовится очень быстро. Я кабачки помыла, почистила, и сейчас мы их нарежем ломтиками. Разрезаю пополам, еще раз пополам, и режем вот такими вот палочками. Вот так. Это очень легко. Можно сделать немножко потолще. И складываем в глубокую миску. Кабачки я предварительно буду мариновать, чтобы впоследствии их не солить. Для этого я добавляю немного соевого соуса. Можно попробовать и по вкусу подсолить. Приправа курицы у меня идет. Можете добавить любые ваши любимые приправы и специи. И также немного черного молотого перца. Кабачки хорошо перемешиваем. Можно это сделать руками, чтобы каждый кабачок у нас просолился и промариновался. Оставляю кабачки минут на 20. Мука с сухарями у нас готова. И в глубокую миску разбиваем 2 яйца. Хорошо перемешиваем. Можно добавить молоко или 1 ложку сметаны. И все хорошо перемешаем. Кабачки замариновались. Я беру пакет с мукой и буду перекладывать сюда кабачки. Много не кладите. Сейчас наши кабачки нужно запанировать мукой. Буду класть по несколько штук. Все хорошо вот так вот перемешиваем, чтобы каждый кабачок покрылся мукой. Противень застилаем пергаментной бумагой. Маслом я никаким смазывать не буду. Кабачки с мукой окунаем в яйцо. Вот так, чтобы они были все покрыты яйцами. Панируем в сухарях и выкладываем на противень. Выкладываю кабачковые пальчики на противень. И проделываю так со всеми кабачками. Отправляем кабачковые палочки в духовку. Разогретую на 180 градусов, примерно минут на 30-35. Смотрите все по своей духовке. Как только палочки подзолотятся, станут мягкие внутри, они готовы. Ну вот и шикарные, нежные, вкусные кабачковые палочки у нас готовы. Их можно подавать с любым соусом. У меня сегодня будет очень вкусный томатный кетчуп. Конечно же, томатный кетчуп или соус можно сделать самой. Выкладываем их на тарелку. Посмотрите, какие они получились. Аппетитные, загорелые и очень-очень вкусные. Они получаются хрустящие снаружи и с очень нежной такой сердцевинкой внутри. Попробуйте сделать абсолютно без масла. Корочка такая достигается за счет того, что там, слышите, кабачок чуть-чуть размокает, и не обязательно лить никакого масла, у вас кабачки прекрасно пропекутся, будут очень вкусненькие и хрустящие. И тем более это очень-очень такая быстрая закусочка. Быстро вот сюда выкладываем. Красиво. Ну и вот такие очень вкусные кабачковые палочки готовы. Очень хрустящие. Можно их присыпать еще свежей зеленью, пока они горячие. Будет тоже очень вкусно, с ароматом свежей зелени. Всем приятного аппетита! Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, нажимая на колокольчик. Также заходите в группу ВКонтакте, делитесь моим рецептом со своими знакомыми.
И подписывайтесь на второй канал, там тоже будет много чего интересного. Всем огромное спасибо, до свидания и пока. Готовьте также вкусно, просто и быстро.